Мужчина в синей шапке делал вид, что ожидает продавца, но через пару минут он на полусогнутых прокрался на склад магазина. Вор вел себя странно, он манерно и отрывисто осматривал помещение. А потом нашел один телефон и спрятал его в карман, затем другой и тоже засунул в карман, а вот третий смартфон отправился в штаны, но пробыл он там недолго. Похитителя заметил продавец орехов и начал снимать его на камеру мобильного телефона. Жулик испугался, и телефон из штанов быстро оказался на диване. Убегать вор-неудачник не стал. Очевидцем он попытался даже что-то объяснить, но впоследствии выложил все телефоны и ушел с места происшествия. Полицию продавец вызывать не стало. По словам девушки, у злоумышленника были признаки наркоопьянения. Михаил Вагин, место происшествия.